23 апреля в 18 часов в городском доме культуры города Шилки состоится благотворительный концерт ансамбля Дома офицеров Забайкальского края в поддержку земляков, участников специальной военной операции и членов их семей. Приглашаем жителей Шилки прийти на концерт, насладиться творчеством профессиональных артистов и поддержать защитников Отечества. Собранные от продажи билетов средства направят на нужды забайкальцев, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Приобретение билетов и справки по телефону 8 914 448 72 66.